День добрый, друзья мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2, версия 1.46. С вами Олег Драйвер. Давай дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Сразу быстренько карту. Ну так, нагляднее просто. Так, отворот на Сегежу. Вот он здесь. Я повернул направо. Здесь стал, здесь стоянка. Хорошая, кстати, кухня. Вообще обалденная. Очень вкусное рагу покушал с мяском. Божечки, как вкусно. Так. Едем из Апатиты. Городок такой, да? Едем в Пикалево. Везем 20 с четвертью тонн на полуприцепе, открытом, бортовом. Кирпича везем. КамАЗ 5410. Вот такой красавчик. 210 лошадиных сил. Стандартный базовый двигатель 740.10, да, 210 лошадиных сил, и 10-я коробка передач. Вот все как есть, вот так и есть. Машинка красотка. Так, ну что, мы готовы дальше в путь. Но пока мы тут обедали, мать его, сука, циклон пришел. Но, ну что ж поделаешь-то? Хорошо, вот на когда зимой можно крутить такие славные вензеля, что и прицепа не жалко. Ну, по такой скользкой дороге, вот то, что вы сейчас перед собой видите, ничего страшного, прицепа не будет от трех осях. Даже бы если бы это прицеп был бы мой. Но понятно, что это прицеп компанейский вместе с грузом. Не знаю пока, ребята, пока нет у меня денег, чтобы покупать свои прицепы. Блин, я не знаю. Пока не знаю, что делать. Ох, циклон какой напёрто. Мама дорогая. Ну, сейчас двигайтесь прямо. Видимость хреновая, честно говоря. Блин, только пообедал, уже 5 час. Блин, как время, слушай, летит вообще моментом. А скоро уже на ночевку вставать. А чё я проехал то мне еще 650 километров, твою сукин кот, осталось. Вот зараза, а. Ну, что поделаешь. Ладно, мы едем на юг. Чем ближе к югу, солнечный день получается, от восхода до заката время будет увеличиваться, разумеется. Ближе, получается, мы ближе к южному полюсу идем, и солнечный день будет увеличиваться. Здесь пока еще вообще чуть не арктическая зима, да? Но скоро весна, друзья, скоро весна. Весенняя капель. Ох, как же тут в ETS 2 и в Америке, слушай, не хватает смены климата, вот смены погоды такой динамически, чтобы она вот как-то вот заказал, допустим, какую-то погоду, либо в рандомном порядке она будет меняться, либо еще там как-то, ну как ты захотел, да, вот такая она и будет. Скажем, хочу зиму, и она вот в рандомном порядке, она меняется. Зима, снег, мороз, там еще там что-то, да. Там хочу, допустим, чтобы она в соответствии, погода менялась примерно в соответствии с календарем. Вот, допустим, я начал игру 1 января, да, там все, морозцы могут быть, там еще там что-то.
Конечно, самый последний писк, это было бы, если бы кабы да кабы, то бабушка была бы дедушкой. Ну, как сказал наш президент, талантливый мужик, с юмором. И талантливый мужик, да, ничего не скажешь вообще, красавчик. Да, было бы классно, конечно, бы, если бы погода менялась бы в соответствии с календарем, когда ты играешь. Но в этом-то масштабе, где я сейчас играю, дни-то меняются быстрее. Поэтому здесь, конечно, эта тема не пойдет. Это пойдет на картах один к одному. И время один к одному. Вот только там пойдет. А так? Двигайтесь прямо. Чисто вот в рандомном порядке будет меняться погода. Допустим, вот начал я играть 1 января. И как у меня здесь вот дни меняются, и так далее, и так далее, и так далее. Если так, то так. Либо ты, допустим, зафиксировал. Сейчас у меня зима. Все замечательно. Очень хорошо. Завтра у меня начинается весна. Так, все. Начал таять снег потихоньку. Слякоть пошла, брызги, грязь. Нужно заезжать на мойку, мыть свой трак, все дела. Он засранный такой. Ну, это действительно было бы вообще очень круто, вот, чтобы можно было вот так вот выбирать. Ну просто было бы обалденно. Время еще 6 часов нет. На улице темень. И что сейчас я вот куда? Вот кому интересно смотреть на вот это? Ух, как красиво. Сука. Ух, как красиво. Ёп. О, курва. Писяк рев. Так, кому-то на пенсию пора. Так, товарищ полицейский, это вообще не я. Фу, вы не по мою душу. Нет, ну я правда ни в чем не виноват. Так, 550 километров. Так, воскресенье. Так, секунду, 550 километров воскресенье. Фу, подождите. Так, сейчас. Воскресенье 550 километров мне осталось. Понедельник и вторник. А что тут во вторник до 10 утра почти. То есть понедельник еще и с раннего утра. Еще вторник у меня есть, получается, раз, два, три, еще три серии. Кроме сегодняшней еще три серии я могу. Да, я думаю, нормально оно было бы, да? Как вы думаете? Так, секунду, посмотрим по карте. Сейчас достаточно, мне кажется, неплохая такая, слушай, стоянка будет. Ой, ой, как далеко-то, ёшки-матрёшки. Не-не-не-не-не-не. Давай-ка мы сейчас тут останавливаемся. И завтра уже с утреца будем думать. А, о топливе нам нефиг думать. Двигайтесь прямо. Так, и что там сейчас? Сюда налево? Ну, такая короткая серия сегодня получилась. Ну, друзья, вы же сами понимаете. Так, и... Подожди, а я пропустил поворот налево, получается. Там же... Зараза. Да чтоб тебе... Гребаный ты кибастус, а.
Да, какого хера, спрашивается? Так, вы не заметили? Вычисление нового маршрута. Вы не заметили, я не увидел. Вот сейчас направо туда зайдем. Ехал, никого не трогал. Кто мне там под прицеп, сука, залез? Вот стоянка здесь вот. Надо было поворачивать там налево. Такая получилась максимально короткая серия. Время, кстати, сейчас только-только 7:00, поэтому завтра встаем пораньше. Выехать вообще надо часов в 6. Прямо. Часиков так в 6. Так, давай мы лесопед изобретать не будем и встанем там, где нам удобно. Вот прям тутчки около забора, напротив мозаичка. Hello, коллега. Места полно, останавливайся хоть где. А я на этой стоянке был. Походу я был. Похоже очень. Либо такая же, как была, где-то я останавливался, либо еще там как-нибудь. Так, ну что ж, друзья. Утро вечером мудренее, время почти 7:00, темень такая, завтра, значит, будем выезжать, я думаю, 6:00-5:00 встаем, я успею выспаться, позавтракать, ну, тут, походу, все условия есть у колесе, все есть, все хорошо. Так, спасибо всем за просмотр, спасибо, что были со мной, оставляйте комментарии, оценивайте это видео, подписывайтесь на канал. Бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мой плейлист Track Driver Олег, простите, Реальная экономика. И на мою страницу ВКонтакте. Там полно скринов по Евротрак, по Америке и, конечно же, по Суровой России. Всем спасибо, всем пока, увидимся. До новых волнующих.